это самое низкое напряжение на этой банке, на этой секции. Пройдусь по всем напряжениям на первой 3,382, на второй 3,367. На третьей 3,401, на четвертой 3,398, на пятой 3,328. На шестой 3,410, на седьмой 3,396. Нет, тогда было на шестой вроде. Теперь на седьмой 3,391, а на шестой 3,392, на восьмой этого, который теперь смотрим, 2,9, 2,886, падает сильно напряжение, быстро. И на десятый вот 3,173, вот тут уже почти ноль. И на восьмой 2,823 падает напряжение, на седьмой 3,383. Вот на первый, на двух последних
3,3,83 на 5, 3, запятая. Ой, то есть там на 5, 3,39. Нет, на 6 это 3,397. Там было на 7. На 5, 3,280. Все, отключилась защита. На 2,75 вольт. И где-то набрало 262 часов, там, кажется. 266. Если было бы 8 ампер часов, то бы набрало 288. Это, по идее, 10 ампер часов. В общем, емкость не соответствует. Даже 8 ампер часов не набрал. Это параметры, когда несколько времени прошло. Всего 272 часов набралось. Вместо 360. Тут попробую еще одну припаять параллельно очередь. Слишком жесткий, может быть.